даже так. Встречайте на танцполе прекрасную девушку, соорганизаторов всего сегодняшнего мероприятия, Анастасия Сквиря! Я маленькая превью скажу, что это будет немножко неформатное выступление и незаготовленное, потому что я не успела ничем не подготовиться, но я надеюсь, что получится что-нибудь интересное и мне и вам понравится. Я постараюсь. Ты будешь петь? Давайте поддержим Настю! Я с Ворунова. Нам некуда спешить. А охрана? 909. Код 909. Лучше, лучше. Ладно. Настя? Да, нет? Все, 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 все. Замерли в ожидании. Радость людей, узнающих меня везде, признание в престижной среде, внимание, которым я завладел, взгляды кокетливые особы, растаявшие снобы, хвалят, спрашивают про новый. Вокруг мир, триумфальные арки, новые девайсы, иномарки, стильно одевайся, образ жизни, статус и социальные сети, здесь это важно. Я прощаюсь с этим, я повстречаюсь с каждым, кто обо мне печется. И лично каждому изложу на этот счет все. Растопчу всю свою гордость, и черт с ним. С таким пылом буду говорить, скажу, че с ним. Буду плакать, буду доводить до слез их, чтобы поняли, что мною движет, что серьезно. И это не тяжелое первое испытание. И если выдержу, то продержусь и далее. В чем обида, где причина? Может, в стране, где унижает госмашина и дает пример, но у народа и режима единый нет, дело в ином. Может, религия всему виной? Дана как чистый родник, высохла как сухая, не раскрыть в голодные дни, даже в страхе греха. Все же хоть на старых языках, но сказано вечно. Без вражды живите, в любви к встречному. Мне обижаться нечего, но вся цивилизация ведь убеждает выгоду, вражду между нациями, страх, эксплуатацию. Из-за чего такое? И вот я понял, виной я всему. Это согласно моим чувствам и разуму. Я гордость и насилие с инстинктами властными, толпой обласками. Я прощаюсь с этим, я уберу это в себе и на всем своем свете. А ведь было круто свысока смотреть уверенным в своих силах. А ведь было круто танцовщицы в мой номер броситься пустить. А как было важно иметь новый телефон, чтоб не стыдно. А как было важно, чтоб уважали, чтоб всем это было видно. А ведь было круто ответить кому так, чтобы он сдулся. А ведь было круто, меня пропускают, когда в очереди ждут все. А как было важно отомстить, если не сейчас, то позже. А как было важно два дня подряд не надевать одно и то же. В жизни нас заботят мелочи, говорить о них незачем. Спасибо за лирику. Интересно, интересно. Приходили 12 января.